свободу, те, которые перечисляются за аренду, счет у нас, который был открыт крайне, он арестован. Арестован давно. И все прекрасно знают, и вы знаете, Анатолий Кравец, что деньги, которые идут на автобус, деньги одалживаются. Вам говорили уже не раз. Счет у нас арестован. Они не перечисляют сейчас никто, арендаторы. Деньги одалживаются на автобус. Нету возможности сейчас. А где деньги за плиты? Сколько денег? Плиты? Сколько я взяли грошей за плиты? А теперь сколько? Так, шановный коллега, я скажу, коллеги, нет. Давайте, повірте мені, виступає директор, після того будуть питання. Я розумію, що вони будуть непрості, єдине прохання з моєї сторони. Ну, ми ж нормально розмовляємо, задавайте любі питання, і потім будете те саме говорити мені, задавати, але ну, менш емоційно, і щоб ми могли відповідати, говорити і приймати рішення, а не просто, повірте, я не зібрав вас для того, щоб ви випустили вас. Ну, я по-іншому міг теж щось би придумати і в кінці цього сказати, що я ще не приступив до виконання обов'язків, приступити. Але я хочу, щоб ми якийсь був результат реальний нашої зустрічі. Будь ласка. Скільки машин тих було завезено в аеропорт? Ну ви знаєте, скільки? Три машини плит на 226 курс. Вони лежать там. З фотографії. Это было одним из недостатков в госавиаслужбе. Вот та сетка, которая там, которую валят и ходят с Баловного на работу, которые тот замок и забор в очередной раз его заплетают сеткой рабицы, он в очередной раз разрезан, сорваны пломбы и ходят с Баловного на работу. И это так, это было недостатком. Плиты необходимо было туда завести, чтобы устранить это. Плиты туда завезли. Они лежат на территории, все это прекрасно знают. По ангару было написано заявление в милицию. Ангар мы не знаем, кто разбирает. Ангар написано заявление в правоохранительные органы, уже подано. По сертификации. Был в департаменте авиационной безопасности. Значит, все недостатки, которые были, у нас устранены. Директор департамента авиационной безопасности Сутулинский на данный момент находится на больничном. Он должен выйти с больничного на следующей неделе. На следующей неделе я опять буду ехать в департамент. Вы все прекрасно знаете, что приезжают в аэропорт, уже неоднократно приезжали, делали комиссию по самолету, который был арестован таможней. Сейчас его планируют подать с полным положением задолженности перед аэропортом. Это порядка 60 тысяч долларов. Уже приезжали представители покупателя, они три дня работали на этом самолете, они смотрели его. Сейчас ведется работа по погашению задолженности авиакомпании ОАТК. Украинская авиатранспортная компания, которая подчинена Министерству обороны Украины. Работа по устранению недостатков вся полностью произведена. Да, и вы же знаете, она была сделана своими силами. Все же это делали, все работали. Все уходили и устраняли документацию. Всю устранили полностью, все недостатки. Светлана, вам же я давал акт, там где указано, что документация вся устранена на 100%. Какие недостатки там были указаны, какие недостатки устранены.